зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем собирать теплицу Легенда 4 шириной, 6 длиной. Будет стоять вот на таком основании, которое подготовил клиент. Будут двери, стеновые форточки и форточный блок. Сейчас теплицу мы поставили, закрепили к основанию. Нанизали стены, сейчас их надо одевать профиля, прокручивать. Установили переливы. Сейчас готовим крышу, будем крыть крышу. Завершился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу Легенды шириной 4 метра, длиной 6 метров. Пойдем смотреть. С одного торца у нас цельная дверь на крючке. Что, нравится тебе? Конечно, кому это может не понравиться. Интересно. С другой стороны у нас дверь с форточкой на термоприводе. Можете что-нибудь сказать нам хорошее на камеру? Очень все как. Нам все нравится. Все нравится? Да. Кратко, лаконично. Супер. Так, каркас теплицы сделан с профильной трубы 40 на 60, покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Есть диагональные усилители, есть две стеновые форточки и два форточных блока. Блоки у нас на термоприводах. Покрыта теплица поликарбонатом толщиной 4 мм, плотность 0,8, все торцы защищены торцевым профилем. Стоит все на брусе. Брус 100 на 150, ребром обработан. Сверху вот клиент сделал такую шапку металлическую. Вот такая большая, очень высокая. Она в коньке почти 3 метра теплица. Высота стены 2 метра грубо. Вот такая вот классная. Вот такая отличная легенда у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.